Теперь жители динамично развивающихся микрорайонов Богородский и Финский могут обратиться к участковому уполномоченному недалеко от своих домов. В регионе реализуется проект губернатора 100 участковых пунктов полиции. Цель – повысить уровень безопасности и чувство защищенности граждан. Так, один из пунктов появился в Финском, в доме 4А. Символично, что открытие совпало с профессиональным праздником участковых уполномоченных. Наконец-то свершилось то, что мы задумали. Просторные кабинеты, рабочие столы, оборудованные всем необходимым для работы плодотворной. В связи с тем, что у нас два здесь микрорайона, Богородский и Финский, вот, в связи с этим народ прибавилось и население увеличилось, поэтому было принято решение открыть участковый пункт полиции. Строятся еще новые дома, поэтому потребность в оперуполномоченных будет очень даже необходима и очень будет актуальна. Ранее жителям микрорайонов приходилось обращаться с заявлениями в отделение, которое расположено в Щелкове 7. Основная задача работы участкового полномочного полиции – это быть ближе к людям, находиться в гуще их проблем, оперативно реагировать на возникающие какие-то проблемы. Ну что, соответственно, сложно делать, когда они находятся где-то далеко. Опорный пункт был только на улице Неделина, дом 22, а теперь у нас их два. Соответственно, все жители теперь могут обращаться сюда, в участок, находящийся в Финском 4А. Участковый уполномоченный будет находиться на месте по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов и по субботам с 15 до 16:00.